Всем доброго вечера, страна воскресного. Всех хочу поблагодарить за добрые, хорошие комментарии. Низкий вам поклон на земле от Багиры. Но наклоняться не буду, сами понимаете. Дороги. Тут, блядь, машины собьют. Нет, в этой деревне это ненормально. Они ездят очень быстро. Я заметила. Им похуй. Да, знаете почему? Туда же ездить можно спокойно без этих ремней. Можно не пристегиваться. Тут нету ГАИ. Тут, короче, вообще пролетарии всех стран, соединяйтесь. Сходила в Магнит, купила мороженое бабуле себе, и она просила холодец из говядины. Но если, говорит, ты будешь кушать, то я буду кушать. Если ты, говорит, не будешь кушать, то не покупай ничего. Вот. Сейчас короткое просто видео сделаю. Да, хочу, да, я вас всех благодарю очень. От души. Вот. Рада, что вам нравятся мои ролики, да? И благодарна новым подписчикам, что подписались. А мне очень-очень приятно. Спасибо вам огромное. Хотелось бы еще попросить вас, подпишитесь, пожалуйста, у меня на Яндекс.Дзен. Вам, я думаю, не сложно. У меня там есть под роликами ссылки на мой Яндекс.Дзен в описании. Подпишитесь, пожалуйста. Очень вас прошу. А мне будет приятно. Пускай у меня там будут подписчики. Просмотрите там тоже. Ну, там у меня плохо сейчас грузится. Может, со временем лучше начнется грузиться. Да, у меня очень плохо грузятся ролики, да. Вот. Чтобы мне хоть шла какая-то копейка. Я думаю, что... Ну, лишние денежки никому бы не помешали, да. Ну, а я же записываю, стараюсь для вас. Пою, танцую. Все в этом роде. Вот. Буду очень признательна и вам благодарна, конечно же. С любовью к вам, ваша Багира. Что еще хочу сказать? В принципе. Время уже 5:00 вечера. Сегодня уже... Будем отдыхать все. Завтра будет у нас новый день. Как бы новая пища будет для ролика. Что-нибудь придумаем. Черное небо. Везде тучи идут. Будет, наверное, у нас дождик. Вон. Вообще там идет у нас чернота, видите? Вот. Я очень рада, что вам понравились, как я пою. Буду стараться изучать греческий язык, да. Не знаю, как получится, не получится, но буду стараться. Ну, чем-то надо занять себя, да. Завтра пойдем на речку гулять. Запишу ролик. Ну и, в принципе, пока словарный запас у меня уже закончился на сегодняшний день. А тем людям, которые мне пишут в комментариях, что сигареты и фу, и все такое, да. Если вас тошнит от дыма сигарет, я попрошу вас просто удалиться с моего канала. И не посещать меня вообще никогда и никак. Не надо мне писать вообще ничего. Просто посылаю вас нахуй. Прямым текстом. Я без вас жила. Живу и жить буду. Вот. Ваша тошнота мне вообще ни к чему. Ни о чем. Больно вы там из себя там строите. Не знаю, кого и как. Не смотрите. Что я, блядь, вас сюда клещами-то тяну, что ли? Зашла, вышла, посмотрела, не понравилось, ебалась нахуй вон в кусты, блядь. Сиди там у себя где-нибудь под этим... Под кроватью забейся там и дыши, свои трусы нюхай. И все, и все, и все, и все. Вот как-то так. Это комплимент, комплимент от Багиры. Короче, я почапала, попиздила в домик. Меня там ждет моя красавица, моя королева. Моя королева, она, короче, говорит, все, ты ушла, говорит, от меня с комнаты, теперь ты там всегда в той комнате. Обижается.
надо с ней рядом находиться. Внимание надо уделять. Она у меня очень требовательна к вниманию. Когда я с ней рядом, у нее перестает болеть почка. Как я отхожу от нее, у нее начинает не золотух, так понос. Так что я побежала. А вас всех обнимаю, конечно же. Целую всех в щечки. С уважением. С низким поклоном. И хорошего, доброго, приятного вам вечера. Всем хорошего настроения. Побольше позитива и добра.